Вот я обдирочным шаром снял кромку будущего блюдца из ореха. Можно было бы раскатать полностью, убрать по всей глубине. Но им тяжко работать. Тяжко, опасно. Убрал кромку. Потом вот этим вот сейчас пройду. Уберу, потом покажу, как лобзиком обойти границы, вот эти вот лобзиком контуры, и шлифануть. Ну, орех белорусск, в Белоруссии рос здесь, поэтому ожидалось больше от него. Попробую его хорошенько отшлифовать, покажу, что получится. Пока на орехе сохнет эпоксидка, продолжаю мучить черешню. Сейчас распилю этот кусок на три блюда и продолжу внутри заготовки.